Архангельская область возглавила всероссийскую акцию «День посадки леса». Она проводится с 2011 года, а число ее участников по всей стране с каждым разом растет. В минувшие выходные в Устяцком районе местные жители посадили молодые деревья на 3 гектарах. В акции принял участие наш корреспондент Михаил Меньшенин. Для любого лесопромышленного предприятия есть главное правило – сколько деревьев вырубил, столько и посадил. В компании УЛК для восстановления зеленого золота специально создан селекционно-семеноводческий центр. В 7 теплицах здесь выращивают почти 4 миллиона сеянцев сосны и ели. И как оказалось, за этими, на первый взгляд, неприхотливыми деревьями ухода нужно не меньше, чем за декоративным растением. С момента посадки сосновые сеянцы держат в идеальных условиях. Температура воздуха 6-12 градусов, ее со временем повышают до 24, влажность 60-70% и обязательный полив через каждые 3 дня. Все это нужно для того, чтобы обеспечить будущим сосенкам идеальную приживаемость. Маленькие сосны выращивают в специальных кассетах с торфом. Это необходимо, чтобы сеянцы прорастали с закрытой корневой системой. Кассета полностью водонасыщена с торфом, где-то весит 5,5 килограмма. И мы пытаемся ее сначала полностью пролить, а потом уже, значит, начинаем подсушивать периодически до 2,5 килограмм. Тогда верхний слой подсыхает в кассете. Это очень хорошо. Тогда у сеянца корень начинает искать влагу, он начинает блуждать вверх-вниз. В теплице сосны находятся ровно 2 месяца и за это время вырастают на 5 сантиметров. После из идеальных условий сеянцы переносят на улицу для закаливания. Растение привыкает к реальному климату и учится бороться с возможными болезнями. На закаливании сеянцы держат примерно 10 месяцев. Можно меньше, можно больше. Все зависит от того, как быстро они наберут необходимые параметры перед посадкой. 10 сантиметров в высоту и 3 миллиметра в толщину. И только после этого дерево готово к посадке. Сосновые сеянцы складывают в специальные ящики и отправляют заказчику. Практически 2/3 ротации забирает предприятие УЛК. Остальное продают фирмам Архангельской и Вологодской областей. Цена чуть больше 7 рублей за дерево. А вот эти сеянцы особенные. Сегодня их высаживают на месте бывшего карьера в рамках всероссийской акции «День посадки леса». Внести свой вклад в лесовосстановление пришли больше 500 жителей Устьянского района. Лес – это наше будущее, будущее детей, так что мы его очень-очень любим, поэтому здесь, на этой акции. Каждый мужчина должен сделать 3 вещи. Посадить дерево, вырастить сына и сделать дом. Я решила начать с дерева. Я сажала лес всегда еще с детства. Мы в свое время в Совет время с ребятами, с учителями тоже сажали. По 10 дней у нас была практика. И мы каждый год ездили в лес и сажали много-много деревьев. В этой акции Устьянский район стал центральной площадкой не только в области, но и по всей России. Участвовать в посадке леса, в курных акциях, которые проходят и организованно, и индивидуально, это стало уже потребностью и некой такой нормальной деятельностью любого жителя нашего региона. У нас все предприятия, которые работают в лесном бизнесе, так или иначе лесовосстановлением занимаются. Открываются у нас новые лесопитомники. Прошлый год мы заняли по лесовосстановлению 2-е место в Российской Федерации. Поэтому нам есть за что бороться, и в этом году мы хотим выйти на 1-е место. В прошлом году площади посадки леса в Архангельской области превысили площади вырубки, а в 2018-м молодые деревья посадят на территории в 61 тысячу гектаров. Усилия нашего региона в сфере лесовосстановления отмечают и федеральные власти. Архангельская область сегодня путем строительства вот таких современных высокотехнологичных центров лесовосстановления задает тон лесовосстановления во всей стране. Поэтому здесь, обеспечивая посадку, значит, леса материалом закрытой корневой системы, мы как раз показываем пример того, как нужно вести хозяйство, восстанавливать российские леса. В рамках акции в Устьянах меньше чем за час было высажено 6 тысяч новых деревьев. И это только начало. Видимый эффект от этой акции будет заметен где-то через 7-8 лет, когда сеянцы подрастут и станут примерно с человека. Да вот таких же размеров сосна будет расти в среднем 100 лет. И чтобы за этот период с ней ничего не случилось, здесь, в Устьянах, планируют создать особую природоохранную зону. Михаил Меньшенин, Евгений Зыков, Регион 29, Устьянский район.